Всем привет! Вы на канале Спецколорики. Сегодня буду рассказывать, как заработать на своих яйцах. Как вы зарабатываете и вы можете их деньги вывести. Вот я зашел на... Называется Bitbirds. Короче, тут вы, короче... Как вам сказать? Ваши вот птицы несут вам яйца, потом их передавайте на серебро и на рубли. Может там будет, может вот ровно. Если вы пополните, то у вас может быть, вы можете, можете вынести, если когда у вас уже набралось 100 или 500, не знаю сколько вы там набрали. И когда вы зарегистрируетесь, у вас будет там 1000, вы будете зарегистрироваться, у вас пополнится 1000 серебро и купите самую первую зеленую птичку. Если вы еще и вы подпишитесь к ним в ВК в группу, то вы получите желтую птичку. Если вы уйдете из этой группы, то у вас, короче, вас просто забанят. И второе, что я вот сейчас что-то вчера не заходила. Вот я сколько уже заработал уже для вот серебро это мое, а это у меня рубли уже. Так. Я сейчас беру и все куплю. Не знаю сколько сейчас. А то я просто день прихожу, забираю. Вот 180 рублей нормально. Да, будет вот. Скоро уже 1000. И, ребята, это суть этой, короче, сайта, что тут нельзя ничто не влаживать. Вы, например, у вас есть 100 рублей все равно. Вы сперва там соберете, потом уже начнете уже, как вам все раздавать. Вот даже новости будете узнавать. А за регистрацию там просто надо e-mail и просто пароль. И просто вы не прям на блоку. Буду еще расскажу о том, как какие тут есть эти птицы. У меня есть вот зеленая одна птичка и она желтая птичка. А есть коричневая птичка, которая продавительность яйцов она в час 3200 яиц. Стоимость его серебра 25 тысяч. Мне пока не синяя. Ну, короче, она несет 14 тысяч яиц. Стоимость 100 тысяч. Это красная, очень дорогая стоит, скажем. 500 тысяч. Или, то есть, я не знаю, просто я забыл. Не знаю, как разбить. Но должность, она 80 тысяч в час. Вы так собирайте, потом вы уже можете реф-бонус, конкурсы, рефералов можете там поучаствовать и выигрывать деньги. Биржа серебра можно, и можно обменник на 10%, чтобы вот 100 у тебя серебро, и потом уже 110. Это такая у них биржа. Накопительный банк, сейчас я думаю, как там, накопительный банк, это у нас, это, текущий банк, вот кто влаживал деньги. Накопительный банк, это у каждого получится дополнение бонуса при пополнении 200 рублей. Вот сейчас хочу заказать выплату. А я сейчас не могу, мне надо вложить, ну, в рефиал нужно, и вы ко мне будете заходить, то я тоже смогу. Вот, выплату вы не можете заказать, пользователь, который пополнит баланс более чем на 30 рублей, у которых есть активный рефиал, это который сумма от 30 рублей. Счет на сумму от 30 рублей. Это так, можете, можно обменники, рекламу все раздавать, видео, воу, и все. Бесплатные птицы, вы, нужно, это ребята просто зарекаться на какие-то, просто получаете, пополните баланс на любую сумму.
Вот это вам вообще понравится. Вот я уже звоню вот это. Чуть-чуть сделал персы. Зарегистрируйся и сделай 5 посещений по рекламным сайтам. Зарегистрируйся и попробуйте свои силы на дому счете. На счете. Не знаю, попробую потом уже. Это у нас вы бесплатные яйца. Птицы можете, награды можете. Вот это лучше, по-моему. Вот это попробуйте 100 рублей все яйца. Следующее, когда вы будете продавать яйца, то вы не думайте, что я тут вру все. Во-вторых, когда вы будете, вот, начали, купили зеленую птичку, зашли в ВК, потом еще желтая птица, и вы как вот так работаете, 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 работаете. Потом, когда вы хотите удалить, то они хотите из яиц рубли получить, а потом у вас 100 яиц, это одно серебро, вы знаете. Вот. А они потом разделяют, вот, 500, вот, смотрите, заработали как будто 1000 рублей. А потом они уже, вот, вот, 500 половину это на вывод, другое на серебро. Другое на серебро. Это, ребята, я, вот, есть еще игровая зона, вот, я вам скажу, она очень хорошая, мне нравится вообще. Игровые тут слова, я не знаю почему, для меня это не нормально. Вот на персике вот там 100% можно проиграть, потому что есть проблемы. Вот рулетка, вот смотрите, вам покажу, как там заработать можно. Вот смотрите, вот 600 рублей получите один билет. Вот смотрите, вот такие хитрые. Вот зеленый, коричневый, синий, у кого сегодня красный выпал. Кому-то сегодня повезло, 04-го, 13-21 повезло, кому-то повезло, кому-то повезло. Вот, если когда идет зеленым, то вы еще не начинаете, пока еще некоторые будут. Вот вечером надо угодно лучше, потому что все люди уже начинаются, уже все, блин, начали работать, потому что такое. Правила тут простые, можете прочитать потом уже, когда зарегистрируетесь. Ну ладно, вы были на канале Спецхролики, подпишитесь на мой канал, и видео вставляйте, постики как-нибудь, и могу когда-нибудь конкурс сделать. Ставьте лайки, всем пока, хорошего вам дня, чтобы вы хорошо жили и не болели. До свидания.